Здравствуйте, меня зовут Ирина Бьёрн, и я делаю передачу о здоровье, о книжках, о притчах, много разных передач. И мы сделали очень хорошую передачу «Как сделать яблочный уксус». Эта передача очень популярная, очень хороший рецепт, очень простой. И я в этом году был яблочный год, я сделала тоже уксус. Вот он перед вами, что он получился, посмотрите, пожалуйста. Сейчас я поднесу к камере. Значит, наверху получился гриб. Это уксусный гриб. Вот такой, видите, вот он очень плотный. Я даже могу взять его руками и вытащить. Он двухслойный получился даже. Во, видите, какой гриб. Значит, этот гриб тоже лечебный. Вот, и получился чудесный яблочный уксус. Сейчас я его налью сюда. Он получился непрозрачный. Видите, такой немножко матовый. Пахнет чудесно. Очень-очень вкусный. Значит, вы знаете, что лучшая салатная заправка – это уксус, масло, немножко меда, можно специи положить, и все, больше ничего не нужно. Потому что уксус убивает все микробы, это много передач, посмотрите мои передачи про уксус. Я его и в косметике использую, в общем, по-разному использую. Когда ноги болят, вот у меня у папы сейчас недавно болели коленки, значит, он взял, я ему сказал, возьми и протри уксусом. Потом что-то на коже у него вскочило. Значит, я сказала, протри уксусом. Он спал очень хорошо. Кстати, если бессонница, болит голова, помните виски натирать уксусом. Лучше всего действует свой собственный уксус, который вы сами сделали. Его делать очень легко. Посмотрите нашу передачу, и получается очень хороший результат. Вот видите, я сделала такие 4 банки сейчас. Причем 2 банки яблочного уксуса, а 2 банки виноградного уксуса в этом году сделала. Посмотрела, как это у меня получится. Яблочный, мне кажется, более мягкий, более хороший получился. Его нужно разлить теперь по бутылкам. А гриб можно использовать. Посмотрите на интернете, будет отдельная программа по уксусному грибу. У меня вырос чудесный этот гриб. И его используют и в косметике, и для лечения ног, для лечения кожи. По-разному его используют. Очень хорошо. Вот. И, пожалуйста, смотрите наши передачи, ставьте лайки, подписывайтесь. Много подписчиков. Меня спрашивали, почему же в школе сейчас не посылают письма. Я считаю, что столько много у меня передач и всего. Смотрите передачи, делайте гимнастику. Будут скоро новые гимнастические упражнения. Я танцую балет, танцую до сих пор много. Смотрите мои танцы. И хорошего настроения и хорошей жизни всем. От Ирины Бьёрна, от молодильных яблок, тех яблок, из которого я сделала этот яблочный уксус. И хорошего здоровья. Очень вкусный уксус. Чудесный просто.